Здравствуйте! Сегодня не очень спортивное блюдо. Делаем праздничный салат «Зуб дракона». Блюдо калорийное, тяжелое, жирное, но очень вкусное. Время приготовления долгое, но это стоит того. Продукты, которые мы используем, это килограмм шампиньонов, 150 примерно грамм грецких орехов, бутылка майонеза, 2 зубчика чеснока, 4 луковицы, 6 больших или 9 средних картофелин и 4 больших куриных ноги или целая курица. Значит, мы делаем вот на такую вот здоровенную салатницу. То есть, если у вас посуда побольше, то берите продуктов немножко больше в пропорции. Если поменьше, то немножко меньше. Значит, картошку мы уже отварили и остудили заблаговременно. Сейчас мы ее почистим и пока так и оставим, чтобы потом натирать. Дальше курицу мы заблаговременно отварили и остудили. Сейчас мы ее очистим от костей и мелко нарежем. Лук необходимо будет почистить и обжарить вместе с шампиньонами. Орехи нужно будет перемолоть, ну, покрошить. 400 грамм сыра, я не помню, я упоминал его или нет вначале. 400 грамм сыра нужно будет натереть и майонез смешать с чесноком. Начинаем все это делать. Первым этапом мы делаем то, что занимает больше всего времени. Нарезаем лук мелкими кубиками, нарезаем грибы мелкими кубиками. Грибов, как вы видите, много, потому что они ужариваются. Вначале мы обжариваем лук до золотистого цвета. Можно добавить туда какие-то нейтральные специи, укроп, перец. И после этого добавляем грибы и жарим до готовности грибов. Продолжаем нашу миссию. Картошку мы почистили. Курицу освободили, очистили от костей. И если бы мы варили с кожицы, то, конечно, нужно освободить и от кожицы. Но я рекомендую варить без кожицы. Курицу мы очистили и порезали кубиками. Грибы с луком пережаренные у нас остывают. Нужно обязательно дождаться, пока они остынут, перед тем, как продолжать дальше готовить. Сыр готов к тому, чтобы его натирали. В майонез мы через чеснокодавку выдавили 2 средних головки чеснока и перемешали. И грецкий орех раздробили в блендере. Я только что сломал среднюю терку, поэтому уточняю, что первый слой мы натираем картофель примерно сантиметр толщины на дно емкости на средней терке. Сейчас и впоследствии каждый слой салата промазывается тоненьким слоем соуса майонез с чесноком. Высота нашей емкости позволяет повторить каждый слой 2 раза. Поэтому сейчас мы поделили курицу пополам и на картофель, смазанный майонезом с чесноком, выложили слой курицы, который мы также смажем слоем соуса. Сверху идет слой грибов, которые мы также поделили пополам. Грибы мы смазываем соусом. Выкладываем слой сыра, смазываем его соусом. И после этого выкладываем снова все 4 слоя подряд. Картофель, курица, грибы и сыр. Смазывая каждый слой небольшим количеством соуса. Когда все слои уложены и верхний слой сыра смазан соусом, мы украшаем все дробленными грецкими орехами. Вот такой нарядный у нас получился салат. Теперь мы накрываем его крышкой и ставим в холодильник на несколько часов. Идеально, если вы готовите этот салат вечером, перед тем днем, когда у вас будет праздник, когда вы подаете его на стол. Я не делал расклад по энергетической ценности, потому что и так понятно, что это калорийная бомба. Приготовление
занимает много времени, но поверьте, на это стоит заморочиться, потому что он действительно вкусный. Это прекрасный способ расслабиться перед всеми весенними сушками, безуглеводками и так далее. Приятного аппетита, всего доброго!